Тяга Т-грифа – упражнение для развития мышц спины. Выполняется стоя в наклоне под углом примерно 45 градусов. Спину держим прямо. Руки выпрямлены и удерживают гриф за V-образные рукоятки. Сводя лопатки, тянем гриф к груди, затем возвращаемся в исходное положение. Упражнение оказывает воздействие на широчайшие ромбовидные, трапециевидные и подостные мышцы, разгибатели позвоночника и задний пучок дельтовидных мышц. Нагрузка ложится также на бицепсы, малые и большие круглые мышцы. Это упражнение может выполняться с разными типами рукоятей. Конец грифа всегда должен упираться в неподвижную поверхность.